Крім улюблених весняних квітів, косметики та парфумерії, до 8 березня можна подарувати цікаві і ароматні набори із мила ручної роботи. Саме такий незвичний презент має стати гарним доповненням інтер'єру ванної кімнати. А зробити подібний оригінальний подарунок власними руками зовсім не складно. Сегодня мы с вами сделаем мыло-розу в такой вот форме силиконовой. Вот так вот эта розочка выглядит. Возможно сделать не только розочку, возможно сделать другие цветы. И это станет оригинальным подарком для мамы, бабушки, сестры, подруги или просто хорошей знакомой девушки на 8 марта. Это мыльная основа. Она есть белая, прозрачная, органическая, с козьим молоком, с разными маслами. В основном эта основа делается из масла пальма, масла кокоса, добавляются другие компоненты. Эта основа, она уже готова сама по себе к использованию. То есть ей уже можно мыться. Она имеет хорошие пенные качества, моющие качества, ухаживающие. Мы эту основу всего лишь приводим в какой-то красивый внешний вид, да, добавляя дополнительно ухаживающее масло, краситель, аромат. Мы мыльную основу режем на вот такие вот маленькие кусочечки, плавим на водяной бане. То есть в домашних условиях это можно сделать в микроволновой печи. Плавится от минут и более в зависимости от того объема, который ты плавишь. Мы расплавили основу, она вот такая вот жидкая, она горячая, нужно быть аккуратным. Мы добавляем краситель. Данного красителя для яркости и плотности нам нужно 7 капель. Также добавляем потом аромат от 7 до 10 до 15 капель. Данного аромата нам нужно 7 капель. Теперь мы можем выливать в форму. И немножко взбрызгиваем спиртом, то есть взбрызгивая спиртом, мы убираем шероховатости на поверхности, чтобы с обратной стороны тоже было ровно и красиво. Теперь мы ждем, когда это мыло застынет. Ориентировочно в такой форме оно будет застывать около получаса. Потом мы его достаем, у нас получается такая красивая розочка. Это мыло быстрее смыливается за счет того, что в промышленном добавляются агрессивные компоненты. Здесь их нет, соответственно, оно мягче. Но это готовый косметический продукт, которым можно и нужно пользоваться. Это не только красиво, но и полезно. Істинних шанувальниць якісної та смачної кави або ж чаю теж є цікава ідея. Можна підготувати незвичний і, головне, корисний подарунок, який також оформити власними руками. В этом году трендом являются кофебоксы, которые называются 6 стран в одной коробке, либо 10 стран в одной коробке, все что угодно можно придумать. Например, мы можем расфасовать кофе различных торговых марок в упаковке по 100 грамм, 50 грамм, либо по 200 грамм, можем смолоть, можем в зерне и сложить это все в коробочку. Кофе из разных стран, из Гватемалы, Коста-Рики, либо это могут быть различные эспрессо-бленды. Если ваша девушка любит ароматизированный кофе, вы можете создать кофебокс из ароматизированных сортов, такие как карамель, шоколад, коньяк и так далее. В преддверии 8 марта мы предлагаем нашим мужчинам сделать оригинальный подарок своими руками, своим любимым женщинам. Что для этого нужно? Можно заказать коробочки в интернете на любых сайтах разных размеров. И также можно подобрать соломку в магазине хендмейда. Из чего можем собирать подарок? Это может быть посуда, аксессуары, такие как турки, чашки. В зависимости от того, что больше любит ваша женщина. Можно сделать своими руками, либо купить в магазине такие подставочки для кофе, для чашек, банки для хранения кофе, либо чая, а также пару пачек. Может быть, она захочет какой-то чай, либо кофе, молотый или зерновой. Мы все это можем аккуратненько сложить в коробочку. Затем можно расфасовать различные дополнительные аксессуары, такие как сладости, там, пастила, шоколадки. Мыло ручной работы много продается очень в виде такого тематического типа 8 марта, либо цветы.
Если вы покупаете весовой чай, то лучше, конечно, дополнительно купить пакеты для заваривания чая. Можно упаковочку, можно расфасовать, сделать несколько подарков. Также можем это вложить. Затем сладости, карамельки, шоколадки. В зависимости от того, что любит ваша женщина. Все, аккуратненько складываем. Можем закрыть, завязать ленточкой. Добавить еще от себя какой-то подарок более дорогостоящий. Можно сделать и бюджетный, и более солидный. Вот так легко и просто можно удивить и порадовать вашу женщину такой прекрасный весенний праздник.